В мире канал самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Страна соболезнует, чем болен Максим Галкин. Он болен любовью Примадонне, вот так вот скажу по-романтически. Напомню, что сейчас Галкин и Примадонна, вернее, как их называют в грязях, семья Пугалкиных живет в деревне Грязи, воспитывают двух маленьких детей. И вот фишка в том, что последние несколько лет, года два, Примадонна практически не дает больших концертов, не участвует в корпоративах практически. А, извините, коммуналка в замке ого-го, семью обеспечивать надо. И Максим Галкин просто пашет как лошадь, как тяговая лошадь. И, возможно, именно поэтому возникли проблемы со здоровьем у пока сейчас и кормилица семьи. Значит, супруг Примадонны Максим Галкин все время переживает из-за своих болезней. В чем же дело? Все средства массовой информации только говорят, ребят, что у популярного пародиста, артиста, певца сейчас проблемы со здоровьем. Артист практически все время испытывает жуткие головные боли, тошноту и головокружение. Я надеюсь, это не беременность? Нет, друзья. Причина этому – вегетососудистая дистония. Из-за этого у Галкина лопают сосуды в левом глазу. Вот так вот. Поэтому в последнее время Максим Галкин проявляется на публике исключительно в темных очках, чтобы не было видно этого терминаторского глаза. Но я думаю, что еще недолго Галкин будет так пахать, поскольку Алла Борисовна заявила, что в следующем году хочет порадовать всех своих поклонников большим сольным концертом. Поэтому я думаю, что Максимка с радостью останется дома с детьми, в то время как Алла Борисовна будет репетировать новый материал.